Ребята, всем доброе утро. Все, я уже собралась. Девчонки меня будут ждать там. Значит, покажу вам красоту зимнего леса нашего. Белочек, как обещала. Вот, ну, познакомлю с девчонками. Значит, вот смотрите, мы встречались с курсом. У нас курс был 75 человек, небольшой поток. Значит, и там две девочки собрали нас после вот, ну, огромного количества лет, 2 года назад. Они собирались еще раньше, наверное, 3 года назад, 2,5. Нас там не было с Люсей. Девчонки были, вот Ира и Лена, которые сегодня будут. Вот, а во второй уже приход мы собрались все вместе. Ну, мы тоже пошли с Люсей. Были, откровенно вам скажу, в шоке. Почему? Ну, понятно, что мы видели с детьми, нам было 17-22 года, да, сейчас нам за 50 далеко, так скажем. И понятно, мы взрослые люди уже, мы изменились, но хочу сказать, что девочки, конечно, где-то 50% расширились, в том числе и я. Но все узнаваемые и все ухоженные. Практически все ухожены, ну, может быть, там, я не знаю, 2%, как бы, да. А в основном все девчонки ухоженные. И все узнаваемые. Парни, надеюсь, они меня не смотрят, но, конечно, они меня не смотрят. Ну, мы были в шоке. Во-первых, что-то через одного они все инсультники, представляете? У одного инсульта, у второго инсульта, у третьего. Один, так, ему просто сказали, что вот это твой поток, и он нас вообще их не знает. Он знакомился с нами заново. Это очень страшно. Сидел там с девочкой с одной, в которую был влюблен в молодости, и говорит: ты знаешь, у нас на потоке была девчонка с длинными черными волосами. Я был в нее влюблен. Она говорит: так это я. Он говорит: да, а как тебя зовут? В общем, девочки, страшная картина. Некоторых пацанов, ну, одного с другого потока, там он к нам присоседился, я вообще не узнала. По фотографии он в первую встречу был. Ну, я вообще его не узнала. Просто человек, просто другой человек. А вот эти наши парни, ну, в общем, вот так. Ну, и все. И мы вот с девчонками начали общаться, но не часто. Вот в сентябре мы с ними встретились, по телефону общались, вот сейчас снова встречаемся. Но в институте мы с ними дружили. Я вот, кстати, сейчас спрошу, как вы? Они же все красноярские, я одна приезжая вот в нашей компании. Ну ладно, с Люсей мы ездили, я у бабушки жила первый год. Мы с ней ездили на автобусе вместе, на троллейбусе, и так вот подружились. А как с этими девчонками подружились, я не помню, сегодня у них спрошу. И знаете, мы как-то это с ними гадали. У Люськи дома гадали вы, вот так вот расчерчивали на ватмане бумаге что-то. А, ну, буквы писали, потом цифры писали и тарелочку гоняли. Надели на себя ночнушки, вот так вот у нас нам надо было. Ночнушки, зажгли свечи, гоняли блюдечко, задавали вопросы. Ну, девчонки, напишите, кто так делал в молодости. Все, ну и спрашивали, кто когда выйдет замуж. Вот сегодня у них спрошу. Про себя-то я помню. И мне блюдечко показало 1986. Я в этот год вышла замуж. Можете представить? Вот что это такое? Причем вот я вам клянусь, мы просто держали руки на блюдце. Никто им не двигал. Блюдце двигалось само. Я не знаю, что это такое. Но это мистика на самом деле. Все, девчонки, пойдемте в лес. Дышать, знакомиться. Ребята, ну вот так вот я одета. У меня вот тут вот непромокающие штанишки. Очень клевые. Покупала их в Бонприксе. Мои кроссовки любимые, американские. И вот такой пуховичок. Пуховичок и шапка. Знаете, вот этому пуховику 10 лет. Я его покупала вместе с пуховиком для сына в Finflair. Это финская фирма. Магазин финской одежды. Господи, финская фирма. Магазин финской одежды. И вы знаете, вот ничего ему не делается, понимаете? Ничего. Вот эту шапочку я там же купила. Ну, тоже вот лет 10 назад, наверное. Вот такие варежки я взяла.
Вот, ну и все. Слушайте, смотрю вот сюда, а камера вот тут, всегда забываю, постоянно глаза в кость. Вот так, девчоночки, мне будет тепло. Так, бригада. Ух, девчонки. По порядку рассчитай. Люся, ты куда ушла? Ребята, ну знакомьтесь, вот это Линусик. Линусик, привет всем скажи. Привет всем. Это Ируля. Привет всем. Вот мы собрались наконец-то. Девчонки, сейчас покажу вам лес. Просто вот это вот березовая роща. И дальше мы пойдем прям в сам... На детскую площадку не пойдем, пойдем в сам лес. Люся, а ты почему не поздоровалась с девчонками? Иди сюда. Я говорю, на детскую площадку не пойдем, да? Ну, а вот она, Люсинда. Ну, слава Богу. А ты знаешь, что тебя зрители говорят показывать почаще? Вот чаще показывать у Люсинду, она нам нравится. Ну. А ты даже не поздоровалась не с девочками. Я не знаю, кто такая Люсинда. Не знаю. Это ты. Честное слово. Я не знакома с этой девушкой. А мы знакомы, правда, Лин? Мне это вообще интересно. Девчонки, пошли. Пошли мы на наше место. Посмотрите, какая красивая. Все покажу. Ой, правда, какая красивая это. Кормушка. Кормушка, да? Ага. Кстати, девчонки, а ты вообще знаете, что здесь чернобурки? Белки. Чернобурки, я их никогда не знаю. Белки чернобурки. Смотрите, какая сосна необычная. И сколько там этих голубей сходок. Когда, да, когда вообще... я ездила на Байкал, ты мне писала, что тоже хочешь. А ты меня не позвала? Да, куда? Не позвала? Да, ты меня не позвала. А я тебе думала, что надо поехать на Байкал. А я тебе говорила, что я была на Байкале-то вообще-то. Смотрите, тут идешь, и детские площадки. А что? Потом указатели. Так. Ой, посмотрите, как же красиво. Смотрите, какие елочки красивые. Одна к одной. Одна к одной. Ой, боже мой. Как же красиво. Шумят деревья. Слушайте, а там какая-то... Девочки, там какая-то программа идет. Там помнишь? Биатлон. Ну да. Ну а какой Пилина. Тебе? Смотрите, сейчас ребеночек поедет с горочки. Сейчас хорошо, крепко это заварится. Ой, смотри, какая картинка красивая. Да? Охота, да? Так же прокатиться. Да. А что тебе мешает? Нету саней. Мне мама сказала, вы куда пошли, у вас же саней нет. У нас есть другое. Смогут ли наши подруги спуститься? Может быть, неудобно. Девочки, а сейчас мы заходим в сосняк. Ой, вы посмотрите. Девочки, вот без дураков, вы чувствуете запах даже другой? Ну, понятно, Елена, нету этой... Нет, я имею в виду даже вот где мы там шли, по смешанному лесу. Тут прямо вот корой сосновой. Вот прямо корой сосновой. Ну, знаете, хорошее место это заповедник. Народу много ходит. Да. Ой. Это вообще... О, Господи, как красиво. Там оно низко такое. Ой, девочки, снег вам. Красота. А там-то какие разлапистые. Они маленькие, да? А может быть и не маленькие. Молоденькие, разлапистые. Они просто там, снизу растут. Ой, какая красота. А воздух, это, конечно. Смотрите, какие тут виды. Народ сидит, лавочки тут. Ой, красота.
Сейчас еще подальше, там еще дальше есть смотровая. Смотрите, какие песики. Моднячи. Моднячие песики. Смотри, ты поднимал сумку? Что в ней там? Не знаю. Да, говори. Ну, ты что имеешь в виду? Что тяжело или легко? Да. Тяжело? Ну, сумка тяжелая. Да прямо. Что там тяжело? Я наоборот хочу дать легкое. Ну, потому что ты идешь с этим, с макетом, тебе, конечно, сумка кажется... Я еще перевела из стеклянной тары в пластик. Ну, вот именно. Ребята, мы принесли еды. Братья меньше, да. Смотрите, какие здесь им сделали скворечники. Ну, там... Слушай, ну тут уже есть. О, ну конечно, ну, это надо если. Ну-ка. Ну вот тут чуть-чуть, может, наверх насыпь. А им, видать, не нравятся такие. Им не нравятся. Ну, извините, а что вам? В ресторане подают только сегодня это. Нет, такие красивые домики. А, ну, может быть, неудобно. Лена! Отряд не заметил потери бойца. Кадр бы такой поймать, да, когда с веток снег сыпется. О, девчонки, как тут красиво, господи, а. Какие сосны офигенные. Народу полно, все отдыхают. Мы тоже, представляешь? Че-че? Построили. А, да ты че? Девчонки, я хочу рассказать-то вам, что... Как чудесным образом закрутились судьбы вот у Лены и с Ирой. Ира, ну вы же тоже не встречались много лет, да, с Леной? Да. Ну вот буквально так же, как и мы. Вот, ну, один раз они... Перезванивались только и все. Ну то есть я хочу сказать, что ни их дети не знакомы друг с другом, ни не знают... Ну, допустим, что у мамы такая-то подруга, ни фамилии, ничего. Вот что я хочу сказать. И вот сейчас буквально мы снова начали общаться. Ну, девчонки, соответственно, между собой. И выясняется, что их сыновья дружат. Вы можете себе представить? 2 года уже дружат. Это как в миллионном городе вот так вот соединиться. Вот так переплести судьбы. Да? Мамы дружили в молодости и сыновья. Через много лет, ну как это? Вот я не знаю. Вот, девчонки, какая красота тут, боже мой. Сейчас мы еще на смотровую площадку выйдем. Там тоже очень-очень красиво. Такие тут трапики проложены, чтобы было ходить удобно. Освещение есть. Это же зяблик. Где? А вот на дереве. Ух ты. Не синица. Не-не-не. Все, мы дошли до площадки смотровой. Сейчас посмотрим, что там. Какая красота. Ленуся, иди сядь. Ты сесть хотела. Вон лавочка. Не-не-не, вон лавочка. Ира. Ух, на горочке ты, с горочки бы, да? А? О! Сейчас я пойду. Люся, спроси, что там девчонки хотят. Ой, как красиво. А, ты насыпать хочешь? Ну какая же это синица? Нет, это зяблики. Как не дышать?
хватает, улетает. Вы что такие дикие-то? Вы что боитесь-то, ребята? Вам же насыпали, вы боитесь. И полетели. Слушай, ну почему странно, я белок не вижу. Смотрите, идет лестница вниз. Ой, это вообще. Вот в эту красоту. Ируля, ты идешь там? Да. Не отставай. Ленок, ты держишься? Нет. Войду. Ну где же белочки-то? Белочки, стрелочки. А где? Слышите, как лес шумит? Ой, красота. Да, да, да. Все, мы сейчас пойдем на наше место, вон туда, налево. А вот эти лестники, ступеньки идут дальше. Вот тут вот как бы можно посидеть, передохнуть. Видите, сколько тут лавочек. Вот и там ребята чистят ступеньки. Представляете, молодцы какие. Вот туда мы никогда не ходили, через вот этот лог. Не знаю, может быть, летом сходим. Куда ты ведешь нас, проклятый старик? Да я знаю. Девочки, идем на свое место с Люси. Мы сюда и зимой, и летом ходим. Представляете? Ой, красота-то, боже мой. Сейчас мы сядем. Ну подожди, я сниму. Че? Куда? О. Девчонки, идите сюда. Ой. У меня есть блины, у нее есть коньяк. А у меня есть вкусные бутерброды. Идите сюда. Ну все, мы пришли уже. Все. Ну сугроб. Смотри, оно высоко. Люся, оно низко. Нет, а что ты сюда не хочешь? Сейчас мы сметем, да и все. Да, вот так вот сидим, кушаем. Там коньячок у нас, чаек. Нам очень вкусно. Даже девчонки. Вот так вот. Угу. Классное дерево. И Рулечка сидит. Ну, это наше место. Угу. Так, прямо оседлала, я бы даже сказала. Ну, что, Люся, красиво да. Тебе? А я надо еще налить, потому что она боится наверх. Смотрите, вот. Да Ирка? Я боялась идти. Посмотрите, какая сосна. Девчонки, посмотрите, какое дерево. Господи, снег падает. Там мужик прячется. А что он прятался там? Интересно. Ребята, посмотрите, какой ствол. Ну красоты. Необыкновенной. Необыкновенной, да. Ну, это очень красиво. Очень-очень. So it's Christmas. Laid on table. Let flow cinema, pieces, and snow on the gardens, presidential pardon for the taxi faded. Oh, it's Christmas, so enjoy and happy new year. Уже тут освещения нет, а мы идем. Красота вообще неимоверная.
Вы можете себе представить? А мы вот наша этот отряд не заметил. Отряд не заметил потерю бойца. Где у нас Ирен? Ирен у нас впереди. Девочки, ну красиво же, а? Девчонки. Просто зимняя сказка. Все, девчоночки, вышли мы из леса. Девчонки, вот такая река машин, так скажем, выходной день. Мы с Люсей... Люся, иди сюда. Мы с Люсей отправили девок. Отправили на такси. Сами идем пешочком, хотим маленько прогуляться. Не нагулялись. Не нагулялись мы сегодня в такой компании. Ну и, может быть, зайдем, посмотрим, как по настроению. Может быть, зайдем, кофеечку попьем и вам покажем. Зашли в кофе-зайд. Сколько? И еще лошадку, ребята. Я не купила лошадку в Томске. Деревянную раскачивающуюся. Мне нужна лошадка. А зверей все такое.